Огромные ямы, пыль и грязь, особенно в дождливую погоду. Такой была улица имени Багба в поселке Гулырыпш в течение многих лет. Это доставляло большие неудобства местным жителям. Чтобы попасть домой, люди долгое время ходили в обход дороги через поле. Транспорту здесь было практически не проехать. А если дело касалось машины скорой помощи, по словам местных жителей, то чтобы попасть в нужный дом, уходило много времени. Скорее, например, особенно тяжело приходилось мамам с колясками, да и пейзаж на дорогу с красивых дворов смотрелся не очень. Женщины с колясками, которые шли, их совсем жалко было. Ну, дорога, конечно, в очень нехорошем было состоянии. Яма на яме, максимум это 5 километров в час. Асфальт здесь проложили совсем недавно. Несмотря на то, что работы еще не закончены, жители радуются этому важному для них событию. Приятно, выйдем, поговорим с людьми, соседями, походим. Приятно, спасибо, конечно, большое. На сегодняшний день здесь уже проложено более 1 километра асфальтного покрытия. Но это только первый слой. Работы здесь ведутся в рамках российской инвестпрограммы. Через 10 дней здесь будет класть просто. Цена какая, стоимость? Именно этот участок около 8 миллионов. Кроме того, заасфальтировали и дорогу, ведущую в тубдиспансер. Она тоже много лет была в ужасном состоянии. Это дорога на туберкулезную больницу. Она уже готова. Из более 500 метров. Но на этом работы в поселке не заканчиваются. В планах проложить здесь еще 18 километров нового асфальтного покрытия. Гугуцова Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.